Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Cyberpunk 2077. С вами, как всегда, доцент, и мы смотрим на пиксельную бороду. А все почему? Правильно, потому что минимальные настройки графики. Хотя, как написали в комментариях, мой уровень графики в чем-то соответствует уровню графики PlayStation 4. Вот это да! Я сколько не хотел взять PlayStation 4, а оказывается мой дохлый ноутбук, который просто еле-еле вытягивает минимум, оказывается он даже в чем-то лучше, чем PlayStation 4. Хотя, наверное, то же самое, в принципе. Ну да ладно. Видим перед собой главного героя, который, как правильно написали в комментах, напоминает Риддика, обросшего бородой, с хроническим запором, глаза-то красные, но тем не менее... Я не знаю. Я вообще чувствую, наш главный герой, когда проснулся, он такой типа, да, все опять точно так же, опять эти пиксельные рожи. Надо было это принять там, да, чего-нибудь крепкого. Хотя бы хоть не так все было бы круто и мутно. Хотя вообще, не-не, я понял. На самом деле, все прохождение, просто имейте в виду, вся эта история с пиксельными харями, бородами и прочими, началась с самой первой сцены в Киберпанк, когда он нос справлял. Вот мы что-то там, стаканчик чего-то пропустили, вот это теперь нас будет всю игру преследовать. Побочный эффект, так сказать. Ни хрена теперь не видно... В общем, бухло сгубило. Тут настолько все хреново, что даже, ну-ка, надуемся. Ну, что-то видно, хотя больше такое чувство, что ему еще сильнее в туалет хочется. Ну да ладно. У нас задание. Встретиться с Джеки. Ну, Джеки хотя бы отличить можно, там косичка здоровая, курточка стильная. А остальные все же на одну рожу. Так, куда-то там тыкнули что-то, это... Все нормально. Отлично, двигаем, погнали. Это что это за херня? Это можно подобрать? Вообще, ты, смотри, вот это подобрать можно? Это что вообще, скажи хоть? Так. Ну-ка побазарим. Да. Я занят. Опа-на. Привет, Вим. Здорово. Если тебе нужна работа у Уотсона, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Охереть не встать. Не говори, ты бы на меня посмотрел. О, это типа Tekken, да? Типа ссылку на Tekken, этот как его... И Казуя, и этот потом его сын, Джин Казама. Так, в общем. Ну, короче, смотрите. Блин, ну вы... Что? Да ничего, тут бы разглядеть бы, что да как вообще. О, Мерсер стоит. Курить начал после такого. На улице на этой сети опасно и днем, и ночью. Люди привыкли, что здесь всех пиздят. Увидите, что кто-то попал в опасную ситуацию, снимайте на телефон. Так. Так, нафиг. Вот это. Так, я у тебя пингоболидов в заднице спрятано. Я-ка заберу-ка, ну-ка. Кошмар. Спасибо тебе. Пожалуйста, ну ты его хотя бы рот открыла бы. То жить нагоняешь. Чё ты его так не прогнала? Силы-то. Они знаете, кого здесь порой напоминают? Они напоминают здесь этих... седобородых. Которые там ходили с повязками на рту, с затычками в заднице, и вместо того, чтобы сказать там... Как-то типа так. Кстати, крик силы надо здесь какой-нибудь изучить. Так, надо идти встречаться с Джеки, и надо выбираться на улицу, здесь же ведь открытый мир. Ну реально, у меня такое чувство вот пока что я играю реально в хроники Риддика с примесью Deus Ex, который направлен на открытый мир. Почему это светится, а я подобрать не могу. Продолжение следует...
Проваливай, попрошайка! Блять, на каждом шагу уже. Слышь ты, охерел что ли? Привет. Смотри на меня так. Офигеть. Ну, на самом деле все выглядит очень и очень, я вам скажу. Эх, графику ВД повыше, как в комментариях спрашивают, а какой у тебя комп, доцент? Да я же сказал, это ноутбук, при том самый дохлый. Дохлый! Пощади меня. Вот этот ноутбук, кстати, сказал. Это его фраза была. Полиция, открывайте! Нам позвонили, мы хотим помочь. Блин, вы так прорисовались, какая помощь, к черту? Теперь иди своей дорогой, без глупостей. А что, с вами побазарить нельзя? Что-то какой-то там голос что-то вещает. Блин, а вы чё? Вы чё делаете? Они тоже, они видят мир так же ясно, как я. Они поняли, что я не могу смотреть на эти пиксели. Не могу. Короче, отправили на бой. Кошмар. Что я сделаю? Да ты, блин, там кого-то стреляют. Менты, вы там пока куда-то ломитесь, тут кого-то стреляют уже. Обалдеть, просто идем по улице, что-то собираем, какие-то вещички. Обалденно, классно. Меня вот эта тема крайне прикалывает в играх, когда вышел из своего дома, а рядом с домом аптечки, устройства, что только не валяются. Блин, реально, закончу эту серию, попробую выйти, посмотреть, что я смогу собрать. Вот, интересно. О, тут неплохо так, прям, с переводом. Так, буррито. А что это такое? Что-то, блин... А, это... Нет, это не дом. Какая-то фигня горит, а я не пойму, что это такое вообще? А-а-а. Продать? Нормально, нормально, так. Это продаем. Так, продать мусор. Ага. Погодите, я, кстати, навыки изучал. Когда та серия закончилась, я принялся изучать навыки, пока была опция доступна, а сейчас что-то недоступно. И, короче, там посмотрел крайне множество интересных навыков. Надо техникой, я думаю, прокачать. Там можно из мусора говно всякое, из желудей и палок мастерить, а потом это заворачивать в обертку и продавать. Либо обертку в говно. Ну, как получится вообще. Но сам факт, то есть тема вот эта достаточно здравая, мне прям очень нравится. Может быть, мусор не продавать? Хотя давайте продадим, в принципе. Ненужные предметы, во, тупой скальпель, ха. Так, нормально, подтвердить. Фильтры какие-то. И чё это, я типа уже продал? А, то есть, можно обратно как бы продать, а можно... А, так все сразу. Забавно, что здесь это... О, вау. Любимая футболка Ви. Но я не буду продавать что-то такое именное. Короче, прикол в том, то, что здесь как продаешь, то есть такой же ценой выкупаешь обратно. Это не может не радовать. А плюс там еще есть навыки, связанные с повышенной продажей, так сказать, по более выгодным для нас ценам, в смысле получен новый предмет. А эти деньги мы хотели отсюда свалить! Блин, постоянно разборки какие-то. Твою ж налево, куда я иду? Ох, вас бы столкнуть бы. Нас, походу, не представили. Ёпта, это что это было? А, двойное нажатие, я забыл.
запарыватель стелс-режим режимов. Нет, 14 не пойдет. Все чешутся. Нифига себе. Дичь какая. Так, ладно. Я пошел отсюда. Кстати, на карте все помечается. Погодите, я какие-то очки взял. Вот это меня вставило. Зачем я нажал на это? Пойдешь? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу, засранец. Даже интересно, как он справится с этим. Да, кстати, я кнопку поставил перемотать. Хочешь попробовать? Да это же Атом, ё-моё, из этого. Тут какой-то малость охреневший. Ну как у тебя дела, Ну как твои дела? Сейчас из живой начнётся. Стали. Не хочешь глянуть, поучиться? Мэлоун против Эрнандеса? Наш хромовый друг не смотрит телек, да и не болтает. Он предпочитает общаться на языке кулаков. То есть он все прокачал в силу, как я понял. Да и по взгляду видно. Не могу. Так, ну и откуда? Откуда он у тебя, Фред? Нашел на улице. Он так печально на меня смотрел, что я не выдержал. Тут говорят очень много ссылок на всякие фильмы. 90-е, там, 80-е, 1000-е. Это армейский бот. Наверняка это на фильм этот. Живая сталь. Кинул несколько полезных штук. Вот и все дела. Ну давай, живая сталь и живая срань. Кто победит? Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Так. Опа-на, я хорош! Ну ты лупишь прямо как так. Не думал профессионально. Че, все что ли? Что скажешь? Эх, сейчас бы фаталити сделать. Блин, мне ж его как-то жалко. Блин, у меня ноут в таком состоянии. Я аватар своего ноута прибил нафиг. Он принял форму легендарного бойца из фильма. Но тут как бы, да. Сядем. Побазарим. Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Керезников хорош. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Я правда не могу. Так, насчет боев, кстати, вот у него, видимо, что-то продавать может. Ну-ка, насчет боев. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. О-о-о. Ну как Риддик прямо, ей-богу. Выгодно для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Так. Справедливо. Справедливо. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь? Как в тюрьме, реально, более тяжелого режима. Выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуле. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. А, да. Так, а чё? А чё насчёт боёв можно? Ну-ка, что на продажу, кстати, у тебя есть? Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Угу. Так. Молот. Вархаммер. Вот это... О, катану хочу! Так, погодите. В смысле, репутация легендарная? А чё репутация? 62 легендарная.
Сколько стоит? 11294. Изящность. Блин, я так хочу катану. Тут, кстати, ветка есть прокачки ближнего оружия. Я прям хочу это, там, стелс качать, в общем. Маневренность, ловкость, кровотек этот. Невозмутимость. Тут, кстати, невозмутимость, прям как у Вёрджила из Devil May Cry. Вот это было вообще классно. Готов на бой. Ты говорил насчет боев. Ви. Если у тебя нет титановой прокладки в черепе, так, то скоро начнутся проблемы с памятью. Давай. Бои проходят в разных... Если... Я понял. Если я всех уложу на лопатки... Не могу. Чё ты... Ну зачем ты сел? Ты... Так, либо ты на лопатках всех выносишь, там, выносишь банк, либо выносит меня вперед ногами. Я понял. Этот все так послушно и стоит. Какая-то фигня валяется, подобрать не могу. Ох, да, это выглядит многообещающе. Здорово, ребят. Ага. Нет, не выйдет, прости. Я правда не могу. Уходи! Нет. Ох, и не нравишься ты мне! Ты мне тоже. Ой-ой-ой. Нормально. Любая незаконная деятельность, как, например, кража или нападение на горожан, придет к тому, что полиция Night City объявит вас в розыск. И вышлет патруль на место преступления. Тяжесть так наказать. Stop right there, you criminal scum! You violated the law! Как в этом, в Обливоне, да? В одно дерево не посрал, и за 3-9 земель уже другой этот сразу знает, стражник, что ты там сделал где-то на другом конце света, да? И идет по твою душу с мечом в руках. На нас напали! Да ладно! Стреляй! Стреляй! Ну! Я хотел быть чемпионом! Все, system is damage. И музыка такая играет, как, знаете ли, как в этом, в Mortal Kombat, когда фаталити сделаешь там на заднем плане. Это реально что-то типа этого, короче, было. И тут такая же, как будто электризованный крик какой-то был. В боях поучаствовать, да. Это было бы круто. Это было бы просто замечательно. Именно. За собой смотри. Виниловая пластинка просто подошел, откуда что-то забрал. Вообще обалдеть. Тихо. Там добро продается. Так. Ви, твой 45-й тебя ждет, не дождется. Давай, где? Ёб твою налево! А ну-ка покажи! Ну, показывай. Это что такое? Точность без компромиссов? Некомата. Ну тут смотрите, тут во-первых деньги, раз. Бита с репутацией. Под кого я тут? Какую репутацию я должен иметь? Нигана, что ли? Нож, конечно, классно. Вот это вот, в принципе, неплохая тема, но надо деньги. Ну, показывай. Где там этот пистолет? Который из них, ё-моё? А, вот. Угасание ночи. О-о-о-о. Это так нормально. Вы получили культовый предмет и документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета. При создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как любое другое оружие или предмет одежды. Так вы сможете повышать его уровень и показатели, чтобы пользоваться им на протяжении всей игры. Большое спасибо. Спасибо. Что это было? Ох, как подвисло. Что это такое? Мать твою. А, там стреляют.
Я тоже хочу на стрельбище. Блин, вот это офигел, что ли? Вот это... Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, что у нас здесь еще. Еще тут, наверное, что-то интересное. Нихера, походу, и нет, да? Здоров, ребят. Ну, на карте бы помечалось. Но надо прокачивать. Короче, надо идти участвовать в эти бои. Так. Блин, крайне интересно, сколько здесь всего. Тут реально вот что-что, но в этой игре есть одна классная тема. Сквозь мутную призму моего восприятия, из-за пропущенного стаканчика в начале игры, я воспринимаю крайне весьма интересно весь окружающий меня мир. Но. Что но? Исследовать здесь классно. Прямо хочется просто ходить, никуда не исполнять никаких заданий там. Какие телеги Даши? А, быстрее спускайся. Спонсором фестиваля является корпорация Араса И, что не может не удивлять. Где выход-то? Блин, три двери. Ага. Так. Здорово, ребят. О, опять менты. А вы кто? Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Аура у тебя нехорошая. Читал так. Я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал тебе дельтовать. Да, надо было. Какая разница, что этот киберпсих был ходячим танком? Ты чем вообще думала? Забыла, что для этого Макс Так существует? Там были гражданские. Тик-так, мне что, надо было стоять и смотреть, как он их выкашивает? По сравнению с макстаковцами, и ты, и я, и все остальные копы — это такие же гражданские. Вот когда нам дадут такое же оборудование, будешь геройствовать, сколько влезет? Чё, с затылком прикуривал? А пока не выпендривайся и выполняй приказы. Все ясно? Слышь ты, все ясно. Я ну, тебе не доверяю, там? Слишком агрессивный. Хорошие менты. Это что такое? Заявки на расследование полиции заплатят вам за помощь. Заказы. Фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры-посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Классно-то как. Так, угасание ночи. 65 единиц урона. Слушайте, дайте я тогда этот продам, что ли? Хотя он стоит-то, ё-моё. Может быть, его разобрать будет дешевле? Ну что-то деньги вообще прямо еле-еле нашкребёшь. Какая красота! Ё-моё! Вот и наша звезда! Чёрт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Обалденно! Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Так. Что ешь-то? Не знал, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего ее не любить? Да я сяду. Лапша? Есть. Синт-мясо? Есть. Если пахнуть еще чили, получится сопа де фидеос, как у самой мамы Уэллс. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Так. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Фристайлер какой-то прошел. О, Дитя улиц. Так. Ну-ка, что за Дитя улиц? Декс еще не вышел из игры? Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. Угу.
Два года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянуло. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Ну чё, это наш шанс, Джеки, ай! Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы, и этим можно воспользоваться. Точно, эссе. Выиграют все. Так, и как ты это устроил? Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты прав. А вот Тибак, она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, еще какой. Тибак. Я когда говорят Тибак, я сразу вспоминаю этого из сериала «Побег» Теодор Багвелл. Он же Тибак сокращенно. Я думал, нифига себе, с кем мы связались. Киберпанк, ёптать. Что за работа? Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эссе. Ну-ка, врубим тупого. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезный. То есть выбора у меня нет? Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам Глюны? Знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Да, я разбираюсь в фиксерах. Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Обалденная карта. С твоей стороны. Виза. Так. Би. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Как мне меню-то открыть? Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Погнали. Посмотрим, как она бегает. Погнали. Вот знаете ли, вот смотрю так вот, и вроде ничего. Прямо аж гордость берет за ноутбук. Он тут, правда, весь аж это самое. Я не могу, доцент! Но тем не менее, он прямо тянет, тянет. Хоть немного, но выдает там кадры. Хорошо-то как? Криперу? Эй, Эссе, не гони, а? Я ж только поел. Смените вид. Чё у нас есть? А чё, ну-ка, нет станции. Я, кстати, врубил режим. О, нормально. Я так и так собирался к Вику. Так, погодите, надо добавить градуса накала. Да чё ладно. Так тихо? Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Так. Во. А может быть чутка это... Погодите, чутка надо добавить. Во, нормально, нормально. Вот сейчас вообще ничего так пойдет прямо. Блин, я правда не вижу, куда еду. Тихо-тихо, можно вид сменить? Как вид-то сменить? Но я жму сменить вид, и что-то ничего не меняется. Видите, почему вид не меняется? Во! Хотя лучше от первого лица, атмосфернее, ёптать.
Так. Изучая контейнеры окрестности. Блин, слушайте, нравится мне эта тема. Ох, как нравится. Так, я балдею. Я-то думал, я выйду в город, и мой ноутбук вообще окончательно настругает под себя. А оказывается, гляньте, прям вообще тянет. Жесть. Джеки, ё-моё, где твое одобрение и возгласы? Не только вам! Ёптать. Это же тот голос. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Ага. Камеры окружают нас везде. Варвары наступают, спасите нас, Велор! Спектакль для наблюдателей. Так, ну-ка. Предположим, ты прав. И что теперь? Мне оптику из башки выдрать? Нет уж, спасибо. У тебя уже нет надежды. Но будущих детей мы еще можем спасти. Не дать ножу хирурга надругаться над святостью тела. У них есть шанс. Пусть матери защитят своих детей, а отцы внушат им ненависть к хрому. Но кто они, спросите вы? Еще он озвучивал Шиагарата. Да вообще много где. Шиагарата из Обливона. Ну, понятное дело, дубляж версии, хотя оригинал мне тогда, конечно, понравился больше. Эти гнусные твари! Привет, Ви! Божечки! Доктор Лектор, тебя ждет? Я тут пока посижу. Блин, 20 голосов! Ты сегодня веселый. Я всегда веселый, так жить легче. А если серьезно... Нас ждет очень хороший заказ от большой шишки из посмертия. О, это будет что-то опасное? Не волнуйся, Амор. Мы пули непробиваемые. Мисти Альшевская. Чё у него там? 30%. И, как слышно? Нормально слышно, вообще ништяк. Я прям аж радуюсь просто. Ой, красота какая. Есть кто дома? Есть, есть, есть. Почему я с тобой поговорить не могу? Откройте разум! А говорят, я витаю в облаках. Ви, как слышно? Эк. Че? Боже ж ты мой, ты то... Блин. Ну и рожа. Да, я уж думал, этот кибернетический какой-нибудь кот. Киса. Открываем. Вики, привет. Установка киберимплантов – популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. О, я понял. Мне срочно нужно ноутбук отправить к риперу какого-нибудь, чтобы он его довел. Хотя бы до середины настроек. Да какой до середины? Хотя бы с минимума хоть чуть-чуть, хоть что-то вообще включить. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Твои риперские дела. Рад тебя видеть. Привет. Эрнандес, давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Троян. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Слышал про Декстера Дешона. Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Давай, хочу прокачаться. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно, неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да?
У меня есть деньги. Ага, у меня нет денег. Ладно, я заплачу, когда выполню заказ. Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Тик. Ого. Давай в кресло. Слушай, садись. Ты у тебя что, это Devil Breaker, что ли, ё-моё, от Нира? Вот это будешь это самое? На демонов охотишься, пока я тут это по городу гуляю? Я не хочу ждать весь день. Да я понял, понял. Надо ник найти срочно. В фургончике. Это что у нас? А это электрический вспоминатель. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Какая жуть, а? Подключайся. Так. Кироси? Не слишком шикарно? Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но... На такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Ну давай. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Киберимпланты — это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями. Так, рутинная процедура в 77-м году. Ее могут проводить только риперы. Ну прям Deus Ex, ей-богу. О! Оптическая система, ладони. Тик. Рикошета. Во, система оружия, ничего себе. Так. Так, и оптическая система. Доступные предметы. А, вот. Улучшает зрение. Ну, вообще классно. Операционная система. Репутация. Блин, тут столько прокачки, я тут вообще не знаю даже, что да как надо тут разобраться будет. Разобраться, что у тебя в продаже? И у него что-то в продаже имеется. Генератор траектории. Это как у Робокопа, наверное, да? Когда он это там... Я убью этого ребенка! Мы не можем этого допустить. И просто куда-то в руку в сторону отвел, а у него там целая траектория обрисовалась. Фильм «Робокоп 2». Начальная сцена штурма нарколаборатории. Собственно, Алекс Мёрфи, он же Робокоп, Энн Льюис, грудной ребенок и какой-то там наркоман с автоматом, который грозится его убить. Сцена классная, прямо, просто там, 200 из 10. Так. Первый тип, не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Кто там смазано? Постой. Типа, лицо я смазано, но по телу узнать можно. Это как что ли отлично. В этом? В НФС сменил покраску и все, вас не узнать? Или как в GTA и того, да? Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Так. Что у тебя нового, Вик? Ну-ка. Как сам-то? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Кого-то он мне напоминает. Черт возьми, где-то я эту харю видел. Вот так. Молодец. Или стиль. Ну что?
Сейчас обезболим, и можно резать. Глазда этим как его. Чувствуешь что-нибудь? Пулятелем этим. Блин, забыл, как эта фигня называется. Нифига себе, с головы вылет. Ты чё вколол, ё-моё? Чувствуешь что-нибудь? Я даже ответить не успел. Вообще ништяк. Ты чё вколол мне? Сейчас будет темно, не пугайся. Как в Dead Space, да? Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Обалдеть, вот это технология, вот это... Ну как тебе? Все в порядке? Лучше не бывает. Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Хотя я бы сказал, что... FPS мне не добавило. Так, силен, а список скриптов... Теперь сканер. Век, век. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но... В жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Ха, вообще классно. Вот это мне нравится. Через него у тебя будет доступ... файлом полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Как у Робокопа из последнего фильма. Не очень фильм по сравнению с классическими, но тем не менее. Пойдет. Сведения о людях доступны за поимку и любви. А представляете, сейчас, если он был бы доступен, я его прямо здесь бы. Сдал бы полиции, те заплатили 21 штуку, пришел бы в камеру, отдал ему 21 штуку, у него бы изъяли бы эти деньги и снова вернули мне. Бизнес. Тебе понравится. Достань оружие. Правая рука. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Так. А что с вирусом? Там еще этот нейровирус. С последней работы проверишь? Я уже проверил и удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Спасибо, Вик. Черт, Виктор, даже не знаю, что сказать. Пообещай, что с ногой? Что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. Это что? И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. И что это? Блин, а чё он у меня? Берёт, сам опускает почему-то. Спасибо еще раз, Виктор. Я у тебя в долгу. Звездочку дай, нормально. Вообще можно было бы одной звездочкой ограничиться. Прям на глаз ее намазать. Не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу. Не, Виктор, конечно, вообще просто мужик. Мощный. Блок! Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа. А это гасит 3/4 силы удара. Тик. Ты поставил на этот бой? Да нет, ну какой там. Я давно уж больше так по привычке смотрю. Раньше было лучше? Как бизнес? Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. А Росака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. Шварценеггера препарировал. Проще.
Так, это все круто, но как мне открыть этот гребаный... Вернуть долг Виктору? Что за сообщение? Как вот это вот окно открывать-то, ё-моё? У меня тут очки прокачки доступны, а я тут... Какой кошмар. Я это окно больше никак открыть не могу. Все, зависло нафиг. А, нет. Ничего себе. Где там этот угасание ночи? Прицел. Минус 0.1. Зато дальность. Обалденно. Тик. Во. Тик. Ох, ништяк. Киберимпланты, набор одежды. Какая красота. Вот это нормально. Так. Вот это ништяк, вот это мне нравится. Крутой тип, сразу видно. А, можно подождать, можно прокачаться. Эх, мусор разбирается автоматически. Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Вы можете создавать редкие предметы. Вот, инженерное дело так себе. Вот создание, я думаю, это самое то, что мне надо. Это чтобы и урон... И еще вот, вот что мне надо, безумная наука, это как это, бешеная алхимия, вот это было бы классно. Блин, карта сейчас она теперь открываться будет 20 лет. Давай, ноут, ноут, давай! Он загрузился. Так, ладно. Ой, силу бы вкачать, я не знаю. Надо подумать сначала. Во-первых, надо самое главное понять. Блин, да что ж такое? Стоит мне в телефон залезть, как он мне сразу начинает... Да! Няня! Сразу это виснет, клинит, вообще ничего никак. Виктор, ставь имплант, срочно! Что-то меня совсем заклинило. Где эти там нейротрансмиттеры? Где там пыхнуть надо разок, чтобы все это самое... Можно позвонить... Действие невозможно. А, на И. Все, я понял, ё-моё. Вот это да, короче, открыл. Классно! Где задание? Что за создание? Так, второстепенные, кровь и кость. Добраться, так, угроза следней. Так, забрать у Натранера скрипт запрос. Давай-ка, погнали. Ох, нифига себе у меня карта, повернуть туда, это сюда. Какой кошмар. Так, выходим. Тихо. Нифига себе, пушка какая. Эк. Ага. Прикольное место. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе.
Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать. Ты тоже тут на имплантах сидишь? И вообще всего... Тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Так. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Ага. Окей, постараюсь договориться. Ну давай побазарим. А кто же они, спросите вы? Рептилоиды! Их легко узнать по холодным голубым глазам. Да что ж такое, блин. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Давай. Дело довольно деликатное. Быстрее давай. Последнее время на улицах стало много киберпсихов. Да? Твой истинный вид под человеческой маской, двуличные змеи. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Их легко узнать по холодным голубым глазам. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Конечно. Истинный вид под человеческим... Чё? Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Несмертельное устранение, несмертельные скрипты, оружие, эмигранаты. Так. Раз уж глаза их так выдают, почему они не вставят себе оптику? Ну или хотя бы линзы? Если бы это было так просто, они же рептилоиды. Человеческая кибернетика несовместима с их нервной системой. А почему не заставить риперов сделать подходящие импланты? А может, они уже так и сделали? И вы спросите, обалденно. И такое чувство, что он в конце окажется прав еще. Сегодня они скрываются среди льдов и снегов Южного полюса. И с ним можно еще потрещать? Ну, давай поговорим. Они возникли миллионы лет назад, превратились из динозавров в первую разумную расу Земли. А кто были их создатели? И создали мой ноутбук, который и по сей день что-то пыт... А ты кто? Нетраннер. Устойчивость, функция взлом. Это полицейский, что ли? Чё-то я... У меня какие-то там данные, за чью голову назначена награда и все. Вы кого тут делали опять? Полиция. А, он просто сдох. Чё? Менты! Стреляют! Посмотрим, я хочу это лицезреть. Давайте, ребята, я болею за вас! Вы с кем? Тихо. Чё, некоторые действия тут на пользу... Вы гляньте, как у меня пули рикошетить пошли. Так. О-о-о-о. А ты чё, с тобой все в порядке? Тихо, дай-ка я. Так, стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета. А кулаками можно рикошетить? Ну так, чтобы четко. Блин, мне понравилась эта тема. Стрелять здесь классно, мне нравится. Так. Ох, добра-то у вас какая. Это что такое? Ага. Офигенно, я что-нибудь вообще... А, видно! Это только время.
Так. Ну и... Чё это такое? Блин, чё это горит у меня? И вообще... Чё это какие-то жёлтые и серые? Открываем карту. Опять. И в этот момент, наверное, анимация проводится, как главный герой стоит такой, просто на месте клинит, искрится. Под себя это уже лужа такая просто у него там. Не знаю, из масла, наверное. Но, тем не менее. Да сколько ж грузиться-то можно, а? Ну! Как он, ё-моё, я вообще не... О! Это что такое? Здесь расположена точка, которую вы отметили на карте. Нифига себе, а нафиг я её отметил вообще? Я вот ради этого карту открывал, чтобы узнать, что там какая-то странная точка стоит, которую я как-то отметил. Ну, да. Нормально. Отлично. Ой, это что это такое? Опять все зависло. Да что ж такое? Погоди, Декс. Я тут в высшую лигу перехожу, как видишь. Пытаюсь, так сказать, это... Как-то собраться. О! А это кто? Перекладывать бумажки в офисе. Лучше черепа крушить. О, нифига себе. Одного мента завалили. Это сидит ей нормально. Кстати, непонятно, почему они на меня сагрились. Я такой просто подхожу, и у них это... У всех так загорелось, типа... Чё за херня? Блин, почему он горит? Какой-то новый предмет взял. А, крестиками помечено, видимо, это. Что не облутал. Так, там какая-то страшная жуть сидит. У меня тоже такие очки. Ну давай побазарим, давай. Харе дымить, прям как в Хищник 2, когда... Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не надо, у меня тут задание. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Это что, проверка? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мистер Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Так. Погоди. Дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. И рот не открывай, да? С Декстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще 2 года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Что за звуки? Давай продолжай, пока я тут не заклинил. У меня, походу, от сканера до сих пор... Ну и что за дело ты принял? Отход, отходняк. Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу.
Уорасаки, это же не проблема. Не-а. Это смертный приговор. Там Арасаки. А что за смертный приговор? Я даже не знаю, кто такие Арасаки. Смертный Алло. Приговор. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найдите их территории. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Он его в руках держит. Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, что за... Ну-ка, заказчица. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Блин, он рот открывать начал. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тебак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. А чё у него рука отрубленная? Почему имплант? Руку дал на отсечение? Что за дело с Мальстрёмом? Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Давай. Прищепку. Так. Блин. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Из Borderlands. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Так, что это за человек этот Ройс? Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто эта мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе. Куда ты меня привез? Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Вопросов нет, ё-моё. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за... Какая работа? Нет, не пора. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Какая многозначная фраза. Ну-ка. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Где это я? Вот это задание уж. Выйти из лимузина. О. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Так. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких.
Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Так. Все? Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Ек. Да. Не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркера? Давай с заказчицы. Я бы сначала встретился с Паркером. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Еще задание. Что это? Место назначения выбрать? Блин, сейчас опять эту карту открывать. Ёхараный бабай. Все, пошла загрузка. Реально, открытие карты, как в этом, в гифке, которая у меня в сообществе на канале выложена, где там это, Джонни Мнемони, когда шлем одевает, он карту открывает, пока она загрузится. Какой кошмар. Реально, просто финиш, пока она открывается. Главное, сам игровой процесс ничего так идет. Ноутбук тянет там, прорисовать хоть что-то, да как-то там, боевые действия, да пожалуйста. Ну как открыть какую-то карту, все, прямо... Напрягается конкретно. Блин. Какая красота. Так, надо дополнительные задания выполнять, потому что, как тут говорили, дополнительные задания имеют очень сильное, так сказать, влияние на основную сюжетную миссию, и что-то да как-то это может досказаться. Тут у нас основные задания, анатомия убийства. Так... Вот, отслеживаем. Как далеко переться? У меня там новый уровень, но я не знаю, что прокачать. Мне пока как бы этого ничего и не надо. 5%. Что за 5%? Вот это вот интересное. Тут интересно, предел есть прокачки? Наверное, есть. Иначе, если тупо прокачивать все, будет неинтересно. От чего-то надо будет отказаться. Но я думаю, откажусь, наверное, от каких-то таких силовых. Там возьму некоторые парочку там... Но в основном надо на интеллект, технику как-то полагаться, я думаю. Подождать, пока снимут оцепление. Чё там у тебя? Подождать... Обалденно. Ну-ка, журнал. Полегче. Так. Опять стреляет. Потом с ума, что ли, сошли? Кстати, а я по адресу приехал так-то. Только вот как сюда попасть? Так, мы сделаем все проще. Гвоздь тут скрипт находится, да? Я из компании Киберфлейм, ёптать. По самые импланты залез. Так, ну-ка сохраниться.
Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Так. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она просила отдать тебе демона. О, какой тень Грифон! Кошмар! Так. У меня... Ну, давай-ка дополнительные. У меня мелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Так. Интригует. Запрос. Обнаружит врагов и устройства, которые подключены к локальной сети. Отлично. Забираем. Что еще у нас здесь? Компонент для создания скриптов, полученные демоном, добыча данных. А, кстати, там есть навык какой-то добычи данных, который позволяет, короче, деньги получать. За какую-то скачку и всякую прочую фигню. Лишает врагов звуковой шок, сбой оружия, свист. Это голосовой же этот, как его? Переведенный над мозгами, как голосовой бросок в Скайриме. На деле там чрево вещания, короче, можно отвлекать противников. Ну, как хищник в игре там 10-го года, по-моему, где он там мог отвлекать противников, создавая источник звука. Перегрев. Боевой. Термический урон. Где-то там был это. Химический урон. Шпионский. Давай-ка вот это вот возьмем. Погодите, а сколько их? Компонент для создания скриптов. Полученные демоном добыча данных. Хотя, погодите, что-то, может, не стоит? Установить скрипт запрос в снаряжение. Так, я, по-моему, не туда залез. Как у него долго открывается его собственное меню. Город, главное, нормально. А вот он сам, все прямо... Две картинки прогрузить, но на этом мои полномочия все окончены. Дай-ка я им какой-нибудь имплант установлю, чтобы он прямо аж это... Малость обалдел. Ну, давай, два кадра в секунду, ёптать! Неподвижное это. Слушайте, выглядит круто, главный герой. Правда, виснет все. Ну и ладно. Это что такое? Нет, спасибо. Я пас. Так. А это что? Дышите свежим воздухом. Самый раз для резни. Что у нас там по кедам? О-о-о, ничего так, пойдет. Так, киберимпланты. Какой там кибердек, ёптать? Вот это что это такое? Это не то. Кибердека, вот. Милитех Паралайна. А чё только две доступны? У него всего две ячейки.
Перегрузка оптики. Затраты памяти, но что-то как-то... Перезагрузка оптики. Нет, я думаю, надо это. Вот, перезагрузку оптику я не буду, наверное, делать. Ну чё, Милитыховский-то нормально справляется ведь? Ёптать! Верните меня в мир реальности. Все, теперь здесь прогрузимся. Понаставляли в себя имплантов. Надо срочно пыхнуть, походу, чтобы нормально все было. А то мало ли. О, вот они что-то подключены к чему-то. Они это мои видосы смотрят. Запрос. Так. Подключаемся. ДНС. Что-то я вообще нифига не понял, что я сделал, ну что-то сделал. Добыча данных. Все демоны отправлены. Ну прям как этот Devil May Cry V, собственно, там, да, демонов тоже отправляет. Так, эпические данные, ну офигенно. О, здорово. Чё у нас там еще по заданиям? Ну-ка. А с процентами. Заплатить надо. Так, давайте-ка кровь и кость. Пора бушки расшибать. Твою налево. Кого там стреляете? 275. Ядрить твою налево. Забирайся. Во. Так. Сейчас теперь будет супергеройское приземление. Что-то как-то так себе приземление на самом деле. Долго бежать. Где моя шушлайка? Погоди только немного. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расскажет, что это такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. Ты откуда взялась здесь? Ее лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Ага. Ладно. Поехали. О, нормальная тема. Вот это я понимаю. Так. Ну-ка стоять. Блин, я не могу ни прочитать ничего, ни журнал. Ну ладно, там какой-то вопросительный знак. Главное никого не сбить здесь. То мало ли. Я никого не сбил. Так, ладно. Правда, со здоровьем беда какая-то. Ну-ка. Сожрать буритосы. О, нормально.
Что мы можем продать? Мы можем продать пульсар. Офигеть. Необычный копперхед. Так. Да ладно, вот это вот посерьезнее что ли будет? И в чем же его необычность тогда? Продаем. Ну и это продаем тоже. Да и этот давай. И мусор продаем, конечно. Ого. Ты, наверное, в боях участвуешь? Ну погнали, надо это... Пою налево. И как мне попасть туда? Поверху, что ли, забираться? Короче, надо как-то попасть туда, и нифига не понятно. Как это сделать? Это не то место. Ни хрена не то, я вообще куда-то в другое прибежал. Где тут кулачные бои? Дай хоть сохранюсь. Ты из кулачных боев идешь? Нет? Ну ладно. Тут как-то ведь должен быть какой-то секрет. Должен же быть какой-то секрет. Ну чё вы, хотите, чтобы я это... Но, бляха-муха, забирайся, ты ядрить твою мать! Так. Есть идея. Атлетика повышена. Куда-то лезем. Так. Офигенно. Где этот грёбаный бойцовский клуб? А первое правило клуба, никто не говорит про него, что ли? Открыто и заперто. Ну и чё мне теперь, как мне попасть туда? Вообще обалдеть. Карта-то какая хорошая. Я чё-то какие-то требования, что ли, не выполнил? Для того, чтобы попасть туда. Получаешь от жизни все, что хочешь? Ты в курсе? Храни вас, Алла. Спасибо. Под твоими окнами опять кого-то зарезали? А что если у тебя появится шанс все изменить? Сбежать далеко-далеко и начать собственный путь. Попасть как-то наверх надо. Наверное, это можно вот отсюда. Думаю я. Да ты что делаешь? Ёбать, это что это было такое? О, здорово, здорово. Принимайте пополнение, я готов рвать и метать. Бесполезно. Я знаю, куда буду бить. Я пришел драться. Кому тут морду разбить? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек.
В смысле? У меня в глазах двоится? Билли и Джимми, ёптать! Батл тот! Они это, так сказать, время не щадит никого. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь... Биба и Боба. Один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Так. А что такое пять это? Вы все вместе делаете? А вы всегда все вместе делаете. Хорош. Девчонка у меня одна на оба тела. Если тебе это интересно. Обоим хватает. Так. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Мне кажется, я как будто... Вот это вот, что это значок вот этот 5, это интеллекта, видимо? У меня же интеллект скачан. Или хладнокровие? По-моему, хладнокровие так обозначается. Короче, на две штуки тогда. Блин, две штуки не... Окей. Но тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ох, сейчас мы, чувствую, обдрищемся. Ну что, можем начинать? Начинаем. Ну давайте приступим. Тик, тик, тик. Тик, тик, тик. Тихо. Тик. Тик, тик, тик. Тик. Так. Хоба! Давай, давай, давай! Так, 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 оба, оба, контратака! Ой-ой-ой-ой-ой! Одна голова хорошо, а две лучше. Просрал! Просрал! Слушай, какие-то вы живучие. Стоп, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. У меня же там очки прокачки были. Ядрить твою мать. Надо вернуться. Короче, я прокачал себе реакцию и силу. И буритосом закинулся. Сейчас все будет ништяк. Ва-банк идем. А то у меня сила вообще 3 была. И там это, навык куплен. А вы всегда... Так. Отматываем. Ага. Окей. Ну тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет. Ну что, можем начинать? Ну, давай. Ну, давайте приступим. Зараза. Так. Есть, 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 есть. Давай. Блин, зараза. Так. Так. Оба! Так! Так! Да зараза, какие же вы! Оба! Хоба! Оба! Так! Чё, один готов? Ну вот и ты остался. Давай! Ава! Чё, всё? Обдристались? Одно очко реакции силы, я хорош? А ты? Попросишь пощады, как твой братец, или хочешь ещё? Он не мой брат! Он это я! Что ж до тебя не дойдёт никак? На! Твои призовые. Так. А что, нехило.
Ничего. Это другое дело. Получится. Хорош сам с собой болтать. Вы мысли читаете? Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один, я человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли. Да иди ты... Это было просто. А ребята, ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись! Черт, нормально, мне нравится эта тема. Короче, что я прокачал? Сейчас покажу. А прокачал я... Так, у меня еще один навык. Короче, я вот 4-4 и прокачал восстановление здоровья пассивное. А еще плюс реакцию, но я думаю, может быть, техники добавить. Мне вот там одно очко доступное осталось. Вот, может быть, разбирать... Не знаю, пока оставим, пусть про запас будет. Это будет наш опционал на различного рода ситуации. Плюс... там, я вижу, сообщения нам понаприходили. Так, кабуки. Мерзкий хер. Глент Цезарь. Последний честный ко... фото. Так, где там журнал? Кровь и кость. Ага, когда оцепление будет снято. Вот зараза. Сколько ж мне это оцепление-то снимать-то? Киберпсихопатов обезвредить еще. О, заказы найти Анну. О, блин, показалось. Многовато всего, но справедливости ради это очень круто. И силы, я думаю, надо что-то типа по восстановлению здоровья брать, прокачивать. А из остального, ну... Не знаю, у нас 4 штуки в кармане. На рынок отправляемся. Поехали. Так. Блин, нифига не видно из этого режима, но оно может быть и к лучшему. Машины, кстати, классные. И музон неплохой такой. Так. Епа! О! Блин, а игра, знаете, это напоминает этот, Blade, вторая часть, клубная тема вампиров, второй именно Blade. Простите. Тихо, ребят, вы чё? Чё сагрились? Ничего ж не было. Да я так припарковал зачётно. Так, громила. Банда. Функции боевые стимуляторы. Что у нас по взлому? Черт, взлом протокола. Что, взлом протокола будем делать? Цель не в сети. Через 2 дня забирать. Это что? Где нормальные креветки? А почему хотим? Мы в Кабуке, а не в Нортволке. Как же мне вас... Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Ладно, будем расспрашивать. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха.
Так, собираем странные пластинки. Прану, знаешь? Прану, знаешь? Ты знаешь Прану? Опять зависло. Так, Прану, знаю. Так, нет, тебя мы спрашивать не будем. Так, запрос. Ну что, можно, в принципе, попробовать. Почему заблокировано? Ну, давай попробуем. Что у нас там по системе? Что к чему подключено? Опаньки! Как интересно. Чего? Опасная у тебя работа. Да уж опасная у тебя работа возить товар через весь Найт-Сити. Вляпаться в неприятности проще простого. Если ты пытаешься... А, я с тобой говорю. То отвали. Я под Такеши. Это его лавочка. Да я ни на что и не намекаю. Ага, конечно. Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки! У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать. Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Во. А я скажу тигриным когтям, что ты ее укрываешь. Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю. А вот они... Знаешь, что они делают с теми, кто им врет? Вырезают все импланты. Начисто. И снесла курица петуху яйцо. Ладно. Начисто. Ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. О! Тебе вон туда. Какой разговорчивый. Спасибо. Всегда бы так. Чё делаешь? Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Там что-то интересное я вижу. Привет. Ого. Ого, ты здоровенный. Не часто встретишь Рипера с вот такой органической фигурой. Мозг функционирует лучше в связке с родной, не синтетической мускулатурой. Мало кто это понимает. Я тоже рука, заменишь, что ли? Заменишь хотя бы одну руку, и сразу просядешь в плане рефлексов и общего тонуса. От имплантов больше вреда, чем убедил. Пользы. Убирай у меня нахер все. Клиентов с такой рекламой. Да ну брось. Клиенты на это дело всегда найдутся. Хочу что-нибудь обновить. Ну что, давай теперь. Давай. Так. Все, я понял. Тут надо сначала купить, а потом импланты вставлять. Гуляй. Ты что, в розыске? Недостаточно памяти. Там вот что-то недоброе я вижу. Блин. Кого-то он мне напоминает. Ну ладно. Так, надо это, заплатить. Сколько? А не охренели ли вы? Платить деньги такие, ничего себе. Надо еще до этой как-то докопаться. Ну, деактивация. Ёптать! Чё это такое? Техническое умение. Мама! Чё-то там заорали.
Зачем я это нажал? Локальная сеть. Захватить удаленно. Включить сканер. Так, следующее устройство. Опять в кого-то стреляет. Ядрить твою налево. Тут постоянно кого-то валят. Во мир-то, а? Каждый день праздник. Список гостей. Она номер 303. Система наблюдения не в сети. Все-таки прикольная тема со с этими взломами. Так, 303. Слушайте, я могу. Слушай, иди, а? Ну иди. Не мани беса, ё-моё, сейчас начнешь орать. У меня дрогнет рука. Слушайте, да тут вообще можно прямо разжиться добром только так. Техническое умение, навык вообще убойный. Просто ходишь, открываешь все подряд. От тебя нет никаких секретов, вообще ничего. Зашел в чью-то квартиру. Че это? Офигеть, подобрать не могу теперь. Ёптать. Не подбирается. По-моему, он побежал это. Воу. Применить техническое умение. Блин. Надо техника прокачивать. Чё у меня там по прокачке, как дела обстоят? Я могу себе что-нибудь еще позволить? От зараз, надо было техника брать. Может быть, соседняя как-нибудь дверца, окно? Окей. Дверь эту никак не открыть. Чё ж делать-то? С балкона, что ли, лезть? Ну-ка, может быть, ты? Привет. Впервые в Night City? Да, ёпта. Во. В натуре. Сейчас ищтяк будет. Кибер-медвежатник, короче. Игра называется. Здрасте. Приветствую. Стоять! Дальше ни шагу! Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Так. Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Да ладно, не ты наоборот. Не надо. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Так. Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука. Я так и знала. Билл Адамс и Роберт Ковальс. Анализ. Вот уроды. Не бери в голову, это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. Что будешь делать дальше, Анна? Ха, а тебе какая печаль. Я тебе кто, подружка?
Ой, как все зависло на самом ответственном моменте. Она там ответить что-то собирается. А, нет. Дело я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная. Покинуть территорию? Ну, сначала я лутанусь-ка. Думаю, больше говорить не о чем. Так. Так. Что еще у нас есть? Какая-то фигня горит на карте красным в виде подарков новогодних. Боеприпасы. Да у тебя тут целый арсенал, дорогая. Так. Ну, вроде как бы все подобрал, да? Я могу выйти через парадный выход-то, ё-моё. О! Надо еще этих ребят как-то приговорить. Ну, которые это... Чё-то как-то настораживают. Блин, ни туда, ни сюда. Заперто! Все, ребят, я ухожу. Все отлично. Никаких проблем. Ну и чё? Задание выполнено? Выполнено! Ну-ка! Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Спасибо. Деньги? О, нормально! Потом все Вику отдавать, правда, но тем не менее. 214 очки опыта. Я уже даже забыл, что у меня глаз примылился здесь. Вот это да, прям в натуре класс. Прям радует. Радует эта ситуация. Прям так радует, что аж, блин, ни одного... А где мое оружие-то? Я хотел на радостях это... Это что это сейчас было? Что такое было? Блин, ну ладно. Короче, вот как-то так вот. Ну тогда на этой ноте, я думаю, мы здесь закончим и продолжим уже созерцать через пьяную мутную призму восприятия Киберпанк 2077 в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.